Добрый день, дорогие друзья, мы с вами у заколесного прайда в гостях. Вот эти дружные ребята выбрали местечко поближе к ограждению и дают собой хорошенько полюбоваться. Но ограждение здесь сделано такое с большим зазором, что особо к ним не подойдешь. Как говорится, все меры безопасности учтены. А вот эти два дружка, они любят рядышком всегда бывать. Даже лежат вместе. Вот такая у них львиная дружба.